период с 9 по 15 июля на территории Одинцовского района зарегистрировано 44 преступления, из которых раскрыто по горячим следам 25. За незаконный оборот наркотиков задержаны граждане Республики Таджикистан, а также местные жители. Возбуждено 4 уголовных дела, предусмотренных статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение и распространение наркотических средств». Совершено 4 угона транспортных средств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобили найдены. Так, 9 июля был похищен от дома номер 30 по Можайскому шоссе города Одинцово автомобиль BMW. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 43-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем». Уголовным розыском межмуниципального управления МВД России Одинцовское разыскано 4 преступника, которые находились в федеральном розыске. Совершено 2 грабежа на территории города Одинцово. Преступники задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Одинцовским судом избрана мера пресечения содержания под стражей в отношении данных лиц. В период летнего сезона участились случаи краж. Уважаемые граждане, будьте внимательны и бдительны. Своевременно переданная информация гражданами способна профилактировать преступления. При обнаружении в вашем подъезде или около дома лиц, вызывающих подозрения, а также транспортных средств с номерами других регионов, просим незамедлительно сообщить дежурную часть межмуниципального управления МВД России Одинцовское по номеру телефона 02 или 593 1062. Сотрудники полиции будут благодарны за любую оперативную информацию, способствующую предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений.